отношения между Россией и Китаем в этой сфере, в сфере экономического сотрудничества, вышли на очень высокий уровень. Конечно, это все производное от того, что достигнуто в политической области, но, тем не менее, результаты более чем хорошие, они отличные. Каждый год мы прибавляем почти 1/3 товарооборота. Си Цзиньпин 主席 对您的亲切问候和良好祝愿。За первые 7 месяцев текущего года товарооборот тоже прибавил примерно столько же, уже, по-моему, даже больше, где-то 24%. Да, 24%.